Тепло во все дома Первоуральска придет до конца этой недели. Ранее коммунальщики обещали подключить город до 15 октября, но уже работают с опережением. На сегодняшний день подключено 3/4 жилых домов, включая отдаленные поселки. По данным на 2 октября, в Первоуральске батареи потеплели уже в 876 домах. Как говорят коммунальщики, большинство зданий подключают раньше запланированного срока. Но есть и те, которые отстают из-за порывов во внутридомовых сетях. К отопительному сезону коммунальщики подготовились заранее. Большинство систем отопления в многоэтажках были заполнены водой еще летом.